Давай. Сверстами сыграем 3 на 3. Давай, давай. Пошли, шаман, покажи. Давай, нубик, заходи. Давай, а вот раскатаем. Сам ты нубик, блин. Ты давай на ютубе, я посмотрю, блядь, есть у тебя макросы или нет. Да, есть, я скинул макрос всем клану. Вот видишь, еще разница. Знаешь в чем? Ты с макросами играешь, я вообще без всяких макросов играю. Ой, да ладно рассказывать, в точку, не в точку. Вспомогательная программа есть? Ты ей пользуешься? Все. О чем разговор еще может быть? Ё-моё. Не в этом дело, просто я реально, я вот проигрывал, я не знаю, а с макросом без, но я без играю. Да не, у меня макрос стоит на этого вот, инженерской пушки. А у меня не стоит, говорил, не пользуюсь, ни разу даже не пользовался. Когда ты сейчас меня убил на мясорубке с такой дали, с которой штурм только может убить, еще в голову, я понял, что у тебя просто... У тебя просто мак. Это легко палец, на самом деле. Хороший мак. Ну чё, давайте, который у меня есть. В принципе, можно боевые перчатки таскать, они бьют практически в точку. В принципе. Ну что касается урона, да, все-таки по не по тебе, не по нему урон не проходил. Шаман, серьезно, блин, я же с Владик играл, я же там. Не, метал, знаешь, у меня тоже красный пинг. А у меня, знаешь, когда как? Бывает урон хорошо проходит, бывает тоже плохо проходит. Это вся знаешь, проблема... зависит от позиции. Но в игре. Вся проблема в том, что, блин, я не могу его перестрелять. Я ну его... смотри, метал у меня. Очередь в голову упускаю, он просто меня убивает. Вот у меня. Знаешь как, в углах при повороте всегда я проигрываю, потому что я стреляю, вообще ноль урона и вдруг умираю. А так, на расстоянии или, вот как сказать, на длине, я перестреливаю. А потому что макрос, ё-моё. У меня урон не проходит. Да нет, речь не отдать. Он стреляет урона. Прямо, а здесь ты на повороте или, блин, надо стрелять-то не прямо, поэтому тебя не попадаешь. Да нет, ну, ты да. Не понял, о чём. Короче, давайте так пойдем. Бринг ти банда. Надо гнуть их. От минуса, от минуса, от минуса. Ждем. Блять, возле компа заснул, ебаный в рот. Санта, пиздец. Ебать его. Прикрывай, составлю плент. Давай. Бомбы плацет. Все, ебал я. Сверху есть. Ой-ой-ой, мой хп. Спрыгнул. Да ты че, сука? Забрал. Обход, обход. Медик, мало хп. Убежал. Хочет резать. Метал, смотри, резает, резает. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. За инфу спасибо. Bring die Bombe an. Я днёшь, посмотрю, год будет. Runde beginnt. Bombe aufgehoben. Здесь ждут. Никого нету, заходи. И блин, да, плохо прокинули. Тягаемся назад. Однёрки. Ах ты, сука, урон не прошел. Шаман, однёрки еще один. На моем трупе. Спина, шаман! Убил, убил. Ставь, сам придет. Не, он тут где-то. Или это был шаман? Я кого-то видел. Прикрой. А, идет однерка, плен. Нет, в углу со спины заходит. Да, здесь. Прямо, спина. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Метал, это ты кому инфу давал, шаман? Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände beginnt. Bombe aufgehoben. Бомбы плацет. Сверху нет, заходи. Квадрат. Смотрите плент. Вот свет.
Наверху ног. Есть. Сверху есть. Wir gewinnen die Runde. Feindliches Team eliminiert. Platziert die Bombe. Runde beginnt. Bombe aufgehoben. Bombe platziert. Ай, блин, я сзади этих ящиков сидел, а вдруг впереди. Хапы нету, блин. Она потихоньку... Выходи пока. Центр еще один идет. Еще один. Feindliches Team eliminiert. Mission erfolgreich. Без всякого макроса просто. Коронные перчатки и все. А что сделал? Пошли один. Runde beginnt. Бомба aufgehoben. С ножа вышибатил. Да какой с ножа, ё-моё, просто двоих убил, блин. Покатись. Бомбы файн гелассен. Макрошник убил меня, ребят. Он на этой? Наверху, да. Есть, наверху стоит. Пошли с блокать. Посмотрю. По двойке. Попробуй поставить. Сейчас поставлю. 1 секунд. Ставь, ставь, шаман. Какой 11? 1 минута и 8 секунд. Надо же подготовиться. Паниковал. Поставил. Он там же, там же, там. Я увидел. Wir haben die Runde verloren. Unser Team wurde eliminiert. Надо было вверх проверить. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Ну, он ждал наверху. Понял сразу, мы на двойку пойдем. Где? Ну на два. Не видишь, где я? По радару не... На желтый, наверное. Метал забрал. Сверху кинул. Да, я всегда кидаю впереди, как вот захожу. Зачем ты впереди бежал? Просто. Я ослепила, что ли? Да, я ни хрена не... Нету мне шлем, у меня этот... Боевой. Шаман на желтом стоит, обойди спины. Слушай, как будто знает, сука, палит. На два ушел. Второй на синим. Что, медика взять, что ли? Бомбы плацет. За двойкой. На входе в кишку один. Спина, арка, арка. Один с арки точно. Unser Team wurde eliminiert. Wir haben die Runde verloren. Verteidigt die strategischen Orte. Промазал. Runde beginnt. Давай наверх со мной один. Не иду. Вот же, сука, в кишке. Так кто рашит? Я в кишке их ждал. Они втроем. Сколько здесь? Там? Трое их. Блин, двое внизу. Слепо. Один в кишке внутри. Штурмовик. Все, желтый, пошли медик. В обход. Надоел он уже. Ресает, синий ресает металл. Wir haben die Runde verloren. Unser Team wurde eliminiert.
verteidigt die strategischen Orte. Ну, да, мы теперь подождем. Сейчас я мину поставлю. Что задымили двойки не видно. Желтый есть. Сверху есть. Один по кишке пойдет, 100%. Они ждут. Сверху нас. В центре есть. Спрыгнул. Пока не... Центр. Бомбы платят. Один. Ко мне. Да-да-да, сзади красного уже есть. Бомба erfolgreich entschärft. Wir gewinnen die Runde. Неплохо. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Гранаты! Сорвал одного. Ну, точнее, ты добил. Саш, куда заходи? Не-не-не, пусть идут. На синем там 3 минус стоит. Runde erfolgreich. Feindliches Team eliminiert. Ништяк раскатали версы. Затащили? Да. Ну, нас трое, правда. Ну, их тоже трое. Че, агрессор тут, что ли? Это, конечно. User joined your channel. О, откуда у него карком СНР? А, выбил. Выбил? Когда? У кого? У пророка 190 урон, 450 скорострельность. Это... Что за пуха? Ты чё, а снайперка что ли? Ну да, карком СНР у пророка. Чёрная. Ну да, это же этот, это типа колеса. Он старый. Ну да, я знаю. Раньше. Старый, было... короче, на снайпера, да? Да. Потом у нас убрали. Кто-то новенький пришёл в клан, у него есть такой. Вчера нет, не такой, у него обычный. У него просто макрос стоит. У кого? У новенького? Нет, автоматика. Что ты несёшь? У него прям, блядь, так это... необычный, хули ты не вчепляешь? Чё ты, блядь, несёшь? Я даже смотрел на него, блядь, когда на него нажимал. У него не нави, блю. Ну реально ебать. Чёрный, блядь. У него чёрный. Макрос стоит. Да при чём тут макрос? Если у него, блядь, тавер СНР, блядь, а не нави, блю. Ебать, ты не догоняешь. Объясни, чего не догоняю. Его, блядь, незажимной карком. Какая нахер разница? У него черный, блядь, карком, блядь, не синий. У него синий карком, блядь. Че ты несешь? А ты его вчера видел? Видел. Блядь, как его ник, сука, сейчас тебе скажу. Биг, который, блядь, Биг Про вот этот. С макросом играет, он вчера сам сказал. И чё? Хочешь сказать, у него обычный тавр? Ебать, сука, блядь, всё нахуй.